Всем привет! Сегодня мы рассмотрим особенности добавления счетчика видеофайл. Этот урок рассчитан на тех, кто уже умеет добавлять текст в видео и работать с ним. Если вы не умеете это делать, рекомендую посмотреть мое предыдущее видео. Мы же рассмотрим только особенности работы со счетчиком. Давайте откроем любой видеофайл и добавим счетчик на сцену. Нажимаем текст, счетчик. По умолчанию он у нас горит от позиции курсора от самого начала. Длительность 48 секунд, то есть будет длиться на протяжении всего видео. Давайте зададим ему поле. Итак, вот у нас появилось место, где у нас будет отображаться счетчик. С правой части у нас горит свойство данного счетчика. Итак, вот наши свойства. Итак, первая особенность. У нас имеется возможность ввести обратный отсчет. Для этого в строке «Проигрывать с конца» нужно поставить значение «Да». Все, у нас цифры изменились, загорелись как раз наши 48,266 секунды, и при начале видео у нас подсчет пойдет в обратную сторону. Следующее значение скорости. По умолчанию установлено 100%. Если мы, например, поставим 200%, то при фактической длине видео в 10 секунд будет идти 20-секундный отсчет. Далее, паттерн. Если его развернуть и посмотреть, здесь мы можем выбрать подходящие нам единицы отсчета, в том числе даже дни. При этом сам паттерн также редактируется. Давайте я сейчас немножко раздвину, чтобы лучше было видно. Вот, обратите внимание, я сейчас уберу последние 4 знака. Миллисекунды у нас пропали. Также можно сделать и с любыми другими значениями, которые нам не нужны. Ну и также есть возможность показывать знак. Если есть необходимость, мы можем перед цифрами поставить знак «плюс» или минус. У нас появился знак плюс. На этом со счетчиком все. Надеюсь, вам было полезно данное видео. До свидания.